За ребятами интересно наблюдать. Они что-то начинают, это третий разряд. Смотрю на них, думаю, дальше что. Мы немножко по-другому делали, мы не так бы тогда одевались. Мы это еще вспоминали детство. Школа-интернат была номер 9. Ну, классы маленькие были, 10 человек, и все. Перед уроком говорю, что-то я учил, но ничего не понял. Лучше не спрашивайте сегодня. И он меня спросил. Я вышел, я начал что-то рассказывать. Он меня где-то поправлял. Я сел, я сказал, 5. Это был диалог преподавателя с учеником. Это я сказал ему, что я ничего не знаю. Он мне доказал, что я знаю, а как эту норму отключить. Поэтому с большим почтением и отношусь к интернату. Когда я вернулся из своего полета, я понял, что чем больше внештатных ситуаций случается по жизни, тем лучше, тем интереснее жить, тем спокойнее жить, тем увереннее жить. Вот есть поговорка, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Вот не обходите гору, покоряйте ее. И вы тогда скажете спасибо этим горам, которые возникали на вашем пути. Дерзайте.